Это у нас игрушечка Salt and Sanctuary. Да, вот, короче. Давай ее сейчас сделаем потише. Я не знаю, громкая она или нет. Ну, как по мне, можно сделать и потише, да? Да, давай. Вот так вот, хотя бы на 60. Звуки там можно на 70. Ну, плюс-минус, да, там. Плюс туда, плюс сюда, и типа все будет нормально. И у тебя, и у меня. Вот. Да. Про эту игру я вообще ничего не знаю. Так что будем ее познавать с нуля. Что ты, что я, что мы. Вот. И я думаю, все, что мы могли сказать об данной игре, мы уже сказали. Тогда приступим. Поехали. Новая игра. Nameplayer The Rumi. Давай, капсом. Деруми. Вот так вот. Ага, капсом нельзя. Окей. Пол мужчина. Давай за девушку. Так, волосы. Ух ты ж. Не, ну в плане того, что я про эту игру вообще ничего не знаю, это чистая правда. Я там видел какие-то скриншоты, я толком так и не понял. Так, цвет. Давай фиолетовый сделаем, да, вот такой темно-фиолетовый. Так, борода. Симпотненько. Но нет. Так, цвет глаз, давай белый, нет, золотой, нет, давай красный, да. Так, происхождение, Аскария, что? Континент, людоящер. А есть фури? Есть паучки? А в чем разница между этим и этим континентом? Окей, я не понял. Давай вот этот выберем. Так, класс. А что? Рыцарь, маг, паладин, вор, повар. А, клирик. Бедняк. Охотник. А, что? Не, я дико извиняюсь, я не знаю. Это типа что, Dark Souls? Или что? Ой, я чувствую, будем страдать, да? Так, а что это означает? Что это такое? Не, я рыцарем не хочу, я... Ага, это паладин. Ну шо, что это такое? Испытаний нет, личные вещи нет. Не, давай поваром. Увидим, как мы будем со сковородкой и скалкой всех. Такое чисто фановое прохождение, но чувствую, мы потом будем получать там. Или все-таки давай за вора. Он такой какой-то мобильный. Ну это чисто меч, да, получается? Или меч это вот? А это типа катаны, кинжалы, да? Клирик это клирик. Либо повар, либо вор, либо повар. Я не знаю. Давай вора вот так вот. И
Поехали. Короче, да. Испытание, что такое? Так, высокая сложность, только моя. Нет, вообще ничего вот этого я. Да, отправиться в путешествие. В путь. Так, война веками разделила наши земли. Но долгожданный мир наконец-то близок. Так, мы отвезем принцессу в королевство. И если мы потерпим неудачу, наш мир окончательно погрузится во тьму. Так, ага, мы ворона все-таки выбрали, да? Окей. Так, тут надо поговорить. Эй, ты! На нас напали среди ночи. Они хотят похитить принцессу. Ох, потребуется выкуп. Сам потребуется выкуп. На. Так. Бля, кровь. Кровь, кишки и всякое такое. Фу, как? А как лезть? Как по лестнице лазить? Я под шумом бившихся об скалы. Так, мне нужно найти принцессу. Так, все, да? Это наш герой. Вот, так, откуда я узнал об данной игрушке? Ее как-то раз раздавали в Epic Store, когда не помню, но все же. Давай, поехали. Читать. Здравствуй, здравствуй. Так, очередной кусочек, выброшенный на берег плоти. Тебе понадобится укрытие, святилище. Но чего стоит святилище без веры? Здесь на берегу есть покинутое святилище. Ты можешь использовать его так, как велит тебе твоя вера. Скажи. Ты веришь в новых богов? Нет. Редко встретишь человека, который не верит в новых богов. Так значит, ты последовательница Девары? Боюсь, вас осталось совсем мало. Ха, нет. Нет? Неужели ты вообще не веришь в богов? Ты или храбра, или безумна, или родом с севера? Храбра? По-твоему, не ска... А, по тебе не скажешь. Ну и на безумную ты не похожа. Ты из горных кузнецов? Нет. Нет? Во что же ты тогда веришь? А. Давай в богиню света. Последователи богини света поклоняются Деваре, божеству... Смирение, доброты и милосердие. Считается, что эта вера древнее всех прочих, хотя не исключено, что за таким мнением стоит кропотливый
труд хронистов Дивары. Выходит, тебя ведет свет Дивары? Нет. Нет, во что же тогда? Да. Короче, да. Получается, да. Последница богини света, путь твой будет непрост. Прими этот глиняный сосуд, он наполнит пустое святилище благословением Девары. О, мы получили достижение. Так, это чё? Это чё? Не знаю, что я подобрал, но окей. О, а здесь еще что-то. Окей, пусть будет. Не, ну неплохая игрушечка, да, знаешь, так. Так, это мы заберем. Так, ключ от святилища. Ладненько. А, тап. А, это подсказки. То есть я могу просто управлять кинжалом, да? А могу так использовать F, использовать выбранный предмет. Ага. То есть на F мы можем кидать бомбы, там вот это всякое, да? Так, сменить предмет, это мы знаем уже. Так, использовать выбранный предмет, хорошо. Так, escape, показать все предметы. И получается все. Так, открываем, использовать ключ от святилища. Ага. Так. Так, где выбрать? F. Так, положили. Так, ага. Это использовать. Так, повысить уровень. Ага, я понял. Так, древо навыков. А можно не такое маленькое древо навыков, а, пожалуйста? Мне что-то аж нехорошо. Так, ладно, ладно, ладно. Тогда давай мы уйдем, наверное. А, у нас вообще есть хоть что-то? Нет, очков навыков у нас нету, так что можно это все закрыть. Так, сделать подношение. Да. Короче, да, готово. Я понял. Так, давай сюда залезем. Тут сундучочек выберем. Так, красный фиал. Опа, и мы нашли какой-то портфельчик. Так, твой женщина, нужно мое желание. Окей, допустим. Узелок соли. Тут денюшка. Надо забрать. Платформеры вещь хорошая, знаешь ли. Так, а как менять оружие? Я не помню. А, на тап, да. А, так тут есть еще сильный удар. А тут видишь, тут кого-то уже вон повесили. По-любому, ну, тут явно сейчас будет первый босс. Я не знаю почему, но у меня какое-то такое прям... Прям такое предчувствие, знаешь?
Ай. Не будем спешить с данным прохождением, да? О, картофелина. Хи. Подкушаем. Ага. Так ухо у меня ловло что-то там кого-то. О. Там впереди нас что-то ждет. Ой! Хорошо. Не прошло даже полвека, а мы уже тут побухли. Хи-хи. Это кто? Ты видал? Это... Кто только что был? Кто это бил? Так, хорошо. Тогда вон там наша сова. Благословленная вода, узелок соли. Желательно туда еще выносливость установить, а то как-то одним легким ударом сейчас. А то как-то одним легким ударом мы их будем долго всех выносить. Вот. Ага. Ага. Да. Не, знаешь, я думаю, Порн бы здесь справился на ура. Прям. Сейчас мы сделаем вот так вот. И... На! Ха! И... А, как раз... Хилку забрали. Одну использовали, три вернули. Нормально. Так, а... Каменный торговец... Чё? Кто? Как? Куда? Кого? Окей. Ой. Нет. Так, давай, нам сюда.
Опа. Ай-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. О, нормально, нормально. Живем. То есть, получается, мы выходим с данной локейшнс и нас будут ждать остановившиеся мобы или нет. Окей. Колокольчик возвращения какой-то. Ладно, давай попытаемся хотя бы дойти до первого босса, да? А там уже как покатит. Увидим, сможем ли мы нормально поиграть или нет. Так, ага. Вот это мы забрали. Для последователей или что-то типа такого, да, мы нашли. О, это шорткатик. Исцеление. Какое-то заклятие. Ага, закрыт. Интересно. Окей, ладно. Так. Не, ну он так прикольно поднимается. Молитва продолжать далее. Окей. А что он там говорил? Там что можно надеть? Надеть молитва? Какая молитва? Он о чем? Не, мадам, мы там что-то находили, вот только что я не понял. Это бестиарий. Это все, что мы сейчас находим. Бутылка для послания. Колокольчик. Вот ключ какой-то. Угу. А исцеление это типа что? Как его применить? Класс 1. Молитва. Ага. Ага. Так, расход, концентрация, это походу вот эта штучка. 40 единиц, восстановление здоровья, увеличивает эффект ранений. А, уменьшает. Угу. А как молиться? Ладно, допустим. Так, волшебный колокольчик веры и символ. Позвоните в него, чтобы вернуться в... Ах. О, неплохая, кстати, штука. Так. Ладно. Ладно. Нам не сюда явно. Опа. Это чё? Вау. Это... А чем это хуже этого?
То есть я в буквальном смысле нашел то, что сейчас на мне? Не, ну, типа, раз нашли, типа, а чё бы и не одеть? Да? Ай-яй-яй. О, гранатки нашли. Так, зачем я начал вот это перед ним вот это выеживаться? Кто мне скажет? Так, вернись. Что-то там. Так, ну соли у меня нету. Да? Ладно, пошли, пошли. Это, конечно, все хорошо. Ухи, 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 ухи. Опа, мимо. Так. Да, вот здесь поднялись. Хопа, сюда залезли. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй! Так, о, есть, мы свою соль вернули. Да. Вот так вот. У нас будет даже чуть-чуть даже избыток. О, кольцо. Кольцо нам надо. Это чё? Увеличивает эффект ранения. О, отлично. Нет. Давай сменим хотя бы так вот на ножик. И что теперь здесь надо делать? Ну я сюда поднялся, да? Да. Дошел. Забрался на самый верх. И. Вау. Неплохо, ты смотри, что научились делать. А где наш колокольчик? Где наш колокольчик? Колокольчик. Вот так вот. А. Так вы уверены, что хотите? Да. Так, повысить уровень. А, сюда. Так, да, на 4 штучки. А, до 4 уровня. Окей, древо навыков.
Так, охотник, лучник. Это мешочек для зелий. Так, дает одну единицу воли, ловкости. Если их качать, то, наверное, он так где-то, ну, так как-то вот так вот сюда продвигаясь. Вот в эту сторону. Я не знаю, конечно, зачем. Не знаю, что там может быть. Да, так вот сюда одну даем. Зачем, не знаю, для чего, не знаю, как. А, так это... О! О! Так что тебе понадобится? Давай... купить. Так, атака лучше. Сейчас зря что-то купить, а потом жалеть об этом. Короче, давай. Если что, то будем знать, что это нам не надо. И теперь как там? Сюда. Ну и получается у нас то, что у нас мы это и купили. Ты кто? Так, будет схоже на мои товары. Купить предмет, хотя у нас денежек нету. Но денег нет. Вот. Так, освещает окружающее пространство. Показывает местоположение контура. А колокольчик это типа что, одноразовая вещь? Окей, а ты что можешь нам предложить? Так, да, Азарит, твой путь свет, Девар, выучить молитвы. Ага, купить предмет. Почему тут все такое дорогое? А, кстати, а как пользоваться щитом? А? Вот, типа, щит есть, а как пользоваться, не знаю. Давай сейчас зайдем в управление, как зайти в управление. Окей, я понял, никак. Нельзя. Ладно. Короче, я понял, это гринделка. Ее будем, наверное, проходить на стримах. Не-не-не, о, видел казнь? Нет, мы ее проходить не будем, будем ее так проходить. Еще сейчас запишем чуть-чуть. Возьмем, потихоньку заканчивать уже. Да.
Заперто. А если мы сейчас вот так вот сделаем, да? А сюда поставим. А что мы сюда поставим, я не знаю. Так у нас здесь же по факту там какой-то. О, вот графика. Игра. Управление. Вот назначение клавиш. Так, блок. Ага, Ctrl. Рывок, атака, сильная атака. Использовать. А есть что-то на Alt? Просто если нету ничего здесь на Alt, то я блок поставлю на Alt. Зажечь факел, использовать предмет, следующий, предыдущий. Все. Можно будет парировать удары. Жесть просто. Там явно как-то надо прийти сюда снизу. О, ты видал? Проход открылся. А что? А что я сделал? Ага. Не окей. Ладно. Окей, народ, давайте тогда я до следующей серии постараюсь это все уладить. Я сейчас побегаю тут чуть-чуть, разберусь, куда нам надо будет. Вот, и в следующей серии начнем проходить Salton Sectory, вот, да, и всем всего хорошего, всем пока-пока, да, кушайте вкусняшки, guys, и не поправляйтесь, да, хи-хи. Ага, вот, да-да.